картофель фри с мороженым или перец с сахаром. Хочется чего-то, но очень необычного. И кажется, этот Судвестан мне сегодня предоставит. Гуманитарии и математики, физики и химики. А что творят инженеры? Не финал, а какой-то дикий фрукт с щепоткой непредсказуемости. На финальном очном дне студенческой весны ТГУ молодежные объединения представили удивительный микс по всем направлениям творчества. Всего было представлено 44 номера, и отсмотр этих выступлений занял порядка 3 часов. Студенческая весна всегда событие многожанровое. Финальный день студвесны это доказал. По традиции лидировали музыканты, 30 номеров, 6 танцевальных, 2 театральных, 3 номера оригинального жанра, 2 проекта арт-искусства и 1 клип. Если же говорить в целом, концерт прошел на самом высоком уровне, и жюри предстоит сложная работа – выбрать лучших из лучших для представления университета на региональном уровне. Часть участников студвесны представили свои номера в дистанционном формате. 12 конкурсных работ представлено в направлении медиа и арт. Жюри оценит эти работы чуть позже. Отборочные этапы позади, и все с нетерпением ждут грандиозного гала-концерта. Он состоится 5 апреля в 18:00 в актовом зале главного корпуса ТГУ.